Привет любителям азарта и игры Букафра на системе Чемпион. Хочу поделиться с вами стратегией. По крайней мере, у меня она практически всегда срабатывает. Предупреждаю сразу, много вы не заработаете, но останетесь либо при своих, либо в небольшом плюсе, это ну, наверняка. Вот. Суть стратегии заключается в том, чтобы понимать, когда необходимо повышать ставку. Есть вот у нас символы, у нас незначительные символы: туз, король, дама, валет и десятка. После того, как мы поймали любой из этих символов 3 в линию активную, 3 туза, 3 короля, 3 дамы, 3 вольта, либо 3 десятки, мы должны сделать 2 крутки. Крутки должны быть пустые, холостые, без выигрыша. И это говорит нам о том, что пора поднимать ставку и 5 раз прокрутить барабаны. Вот, и в этот период должно нам что-то попасться более-менее значимое. Пробуем, проверяем. Так, ждем. Ждем, я напоминаю, 3 в линию дамы, короли, вальты, тузы, десятки. Только после этого мы можем поднимать ставку. Стратегия работает. Сейчас посмотрим. Вот десятки нам попались в активную линию. Забираем. 2 крутки. Напоминаю, они должны быть без выигрыша. Вот так оно и есть. И мы можем смело повышать ставку. Повысим ее до 180. Можно до 270. Попробуем. Раз. Два. Три. Четыре. 5. Ну, вы видите, к сожалению, в этот раз не получилось. Но мы будем играть дальше. Переходим обратно на минимальную ставку 9 на 1. И крутим барабаны опять же до тех пор, пока не поймаем наши 3 символа. Пока что ничего. Есть выигрыш. Забираем его в кредит. Вот, 3 дамы. 2. Раз пустой. 2. Повышаем. 207. Давайте 180. Раз. 2. 3. Чуть-чуть бросил. Чуть-чуть бросил. Это 3-я крутка была. Вот. 4. 5. Ну, немножко заработали. Опускаемся обратно на первую ставку и вращаем барабаны. Так, ждем, ждем. Вот они символы. Вот они символы. 2 крутки. 1. 2. Повышаемся. Позволим себе сыграть по 270. 1. Вот. 2. Четыре. Пять. Видите, потихоньку нас поддерживает в игре. Вот, была 5-я крутка. Опускаемся на первую ставку. И вращаем дальше барабан. Вращаем, ждем выпадения 3 символов.
тузы, короли. Вот, короли попались нам. Короли. Забираем. Первый. Второй. Холостые. Поднимаем ставку. Поставим 270. Кредиты у нас есть. Первая. Вторая. Третья. Видите, по чуть-чуть играет. Интересно. Вот таким вот образом играть, получаешь удовольствие. Еще. Это была пятая. Опускаемся на первую. И таким вот образом. Как вы видите, у нас в кредите 24 тысячи. Вот. И таким вот образом играем, получаем удовольствие и небольшую, но прибыль. Всем спасибо. Играйте и выигрывайте.